Профессионалы. Истинный йогин – это профессионал. Профессионал управления. И чем же он управляет? И куда разруливает? А рулит он своим умом, разруливая во внутренний космос. А внутренний космос ума – это неизмеримо обширное пространство, в котором влекомые разными силами движутся по своим траекториям космические тела, астероиды, ракеты, планеты, спутники, созвездия и галактики. И на одной из планет сидит в своем уютном строгом кабинете истинный психотерапевт, профессионал управления отношениями. Взрослый и сознательный разруливает отношения, то и дело заглядывая в подсознательное из надсознательного, расширяя и открывая новые территории жизни, взращивая на них сакральные смыслы и пожиная плоды творческих усилий, расцветающие ароматными метафорами. Бывало, насыплет дорожку метафор на рабочий стол, подровняет стильным очешником и вдохнет глубоко по самое подсознание. И по мере того, как все необходимые внутренние процессы разворачиваются соответствующим образом, психотерапевт впадает в экстаз, в глубинный исцеляющий транс. Незаметно для себя, начиная медленно в раскачку ходить по кабинету, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит, взращивает внутреннего ребенка, проводя его по всем соответствующим стадиям взросления до самого предела. Но, добравшись до предела, приходится менять перспективу, чтобы свежим взглядом смотреть на вещи. И вот в очередной раз, сменив несвежую перспективу, истинный психотерапевт смотрит на рабочий стол и видит сочетание форм и линий, заполненное разными цветами и оттенками. Все это, впрочем, вскоре исчезает. Остается только серый туман, из которого незамедлительно предстает истинный йогин в подмасане, застывший в самадхи, с кружкой пуэра в левой руке и ноутбуком, мерцающим потухшим экраном в правой, и вживленный в мозг виртуальной навигации. И наш йогин парит, как будто бы следуя намеченному маршруту. Некоторое время парящий йогин смотрит на психотерапевта, а психотерапевт на йогина, все еще помня, что перед ним всего лишь рабочий стол. И если в какой-то момент столкнуть лбами их прозрачные сущности, слышен хрустальный метафорический звук. И сразу ясно, каждый управляет умом немного по-своему. И йогин принимает реальность, не посылая запросов, а психотерапевт принимает и обрабатывает соответственно. Системы управления разные, а космос один. И когда в одной из вселенных траектории их полетов в очередной раз пересекаются, один приглашает другого в свое космическое пространство, деликатно намекая, что он может отказаться от приглашения, даже не замечая этого.